акварель принадлежит к серии созданных Толстым натюрмортов обманок. Изображенная грусть винограда поражает предельной достоверностью передачи натуры. Художник рисует упругий черенок, грациозное движение гибкого листа, который, изгибаясь, играет очертаниями и переливами цвета, изящество тонких вьющихся усиков. Толстой любуется маленькими плотными ягодами, еще зелеными, рядом с крупными, налитыми соком с опаловым сиянием. Виртуозность, почти миниатюрность письма создает впечатление осязаемости фактуры, ее красоты. Известно, что Толстой много внимания уделял технической стороне. Он не ограничивался имеющимися в продаже красками, которые казались ему грубыми. Подобно старым мастерам, он сам приготовлял минеральные и растительные краски. Об этих экспериментах художник писал в своих записках. «Чтобы достичь возможности копировать близко к натуре, я много трудился и много произвел опытов. В архиве исторического музея в Москве хранились его рецепты изготовления красок». Натюрморты Толстого восхищали современников. Он имел славу одного из самых изящных рисовальщиков своего времени. Без его обманок невозможно представить интерьеры дворянских особняков пушкинского времени. Имя художника упоминает и Пушкин в поэме «Евгений Онегин», называя его «кисть чудотворной». Задумав издание своих стихов, поэт мечтал о виньетке – психее, которая задумалась над цветком, исполненной Толстым.